Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. И если мы не утонем в грязи, сегодня вы увидите Кадыковский карьер. Чтобы добраться до этого места, мы по улице Новикова ехали из Севастополя в сторону Балаклавы. Возле автобусной остановки Скифос припарковали автомобиль и пошли по тропинке в горку. Идти нужно метров 100, не больше. Развитию туризма в Балаклаве мешают некоторые факторы. Это силовые ведомства в самой бухте и промышленные производства Балаклавского рудоуправления. Это предприятие занимается добычей полезных ископаемых. И одним из их проектов была добыча флюсовых известняков в Кадыковском карьере, возле которого мы сейчас находимся. Затем карьер был брошен, и его затопили грунтовые воды. Сейчас это место используют фотографы для своих фотосессий. В 2011 году появился проект «Балаклава Грин», согласно которого на территории всех действующих и заброшенных карьеров планировалось выстроить гостиничные, рекреационные и развлекательные комплексы. Было 4 площадки – это Таврос, Госфорд, Псилерахи и Кадыкой. И на Кадыковском карьере планировали выстроить вот на вот этой возвышенности христианский комплекс. С обратной стороны карьера – санаторное учреждение. Где-то вот здесь солнечную электростанцию. И, как я считаю, самое главное для тех, кто скучает по снегу, вот здесь планировался крытый, круглогодичный горнолыжный спуск. Но затем пришел 2014 год, переход в Россию, и проект был заморожен. Как для проекта мирового уровня, здесь слишком много грязи. Но еще не все потеряно. В 2017 году власти Севастополя на российском инвестиционном форуме в Сочи представили проект международного туризма в Балаклаве. И в качестве визуализации использовали проект «Таврос» того самого «Балаклава Грин». Согласно этого проекта, территория судоремонтного завода «Металлист» трансформируется в новый городской центр. Бухта в яхтенную марину. А вот тот карьер в гостинично-развлекательную зону с самым большим в Европе аквапарком. Если все-таки проект «Таврос» будет реализован, то очередь дойдет и до Кадыковского карьера. И в следующий раз мы сюда приедем уже снимать крытый горнолыжный курорт. Подписывайся на канал и оставайся с нами. Всем пока! Пока!